Master Lux представляет шины Lasa Driveways для легковых автомобилей. Это, можно сказать, флагманская шина для повседневной езды от корпорации Brisa. Что же делает ее такой хорошей? Ну, начнем с того, что это асимметричная летняя шина. Асимметричный протектор – это всегда хорошо, это высокий уровень технологий. Тут каждая зона работает специализированно. Внешняя сторона обеспечивает управляемость на сухой дорожной поверхности, внутренняя – на мокрой поверхности. Тем самым шины Lasa Driveways обеспечивают контроль на дороге при любой погоде. Что еще мы можем сказать о модели Lasa Driveways? Ну, во-первых, она может похвастаться технологичным составом материала. Это резиновая смесь нового поколения. Во-вторых, эти шины тихие. Асимметричные шины всегда, в принципе, акустически комфортные. Ну и в-третьих, у модели Lasa Driveways низкое сопротивление качению. Попросту говоря, она легко и свободно двигается и вращается вперед, тем самым экономит топливо. Единственный минус асимметричных шин – это высокая цена. Но в этом случае с покрышкой Lasa Driveways цена тоже преимущество. Поэтому шины Lasa Driveways – это очень хороший выбор. Ждем вас!